идем по набережной, по Таи, и вдоль вот идут вот такие вот, не знаю, как это назвать, собрали, говорят, здесь столики или что-то, дневные люди скушают, вот, и тут крысы внизу, прямо к морю, и тут крысы, ужасно просто. Хотела бы спуститься в море, но теперь я что-то так это боюсь. Опять бежим. Как они не боятся здесь спать? Здесь же крысы. Ой, ну что я вам скажу, Паттайя очень грязный город. В общем, здесь крысы бегают внизу, а люди просто так сидят и не боятся их.